Аня Пане еще в институте стала бойцом экологического отряда. Вступила она туда еще в студенчестве и специальность выбрала не случайно – эколог. Новокузнецк нельзя назвать городом с благоприятной экологией, но девушка искренне верит в то, что если каждый человек проявит хотя бы долю благоразумия, проблема чистоты решится в глобальном смысле. Для кого-то поднять мусор – это просто поднять мусор, для кого-то это сделать чище целую планету, потому что каждый начинает с себя, и мне нравится это делать, потому что я чувствую свою значимость. Я чувствую, что я подняла мусор, я посадила дерево, и я сделала лучше наш мир. Сергей Кузнецов не в первый раз держит в руках лопату и берется за работу. Третью неделю подряд в Новокузнецке проходят подобные мероприятия. В прошлый раз наравне со всеми Сергей Николаевич очищал город от мусора, а сегодня на счету мэра не одно посаженное дерево. Ребятишки, которые с нами сегодня находятся, и они активно также принимают участие в посадке деревьев, они будут ходить, и каждый будет знать свое деревце и следить, как оно растет. И когда они вырастут, они придут и скажут: вот это дерево посадил я. И у меня есть святая мечта, чтобы они вернулись сюда уже со своими детьми и показали своему сыну или дочке, что вот это дерево посадил я, и храм будет преображаться, и настроение будет у людей такое же приподнятое. В общем, у нас в городе хороший позитив. Сегодня в южной столице Кузбасса стало гораздо больше хвойных и лиственных деревьев. В разных городах района высадили порядка 2000 саженцев. Акцию поддержали больше 4000 горожан. Артем Казак, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.